Всем привет, мусорники, кстати. Блин, я сейчас испугалась, я не знаю почему. По какой причине. Нет, я не напугалась на какие-то скримеры, но я чувствую себя так испуганно. Сегодня я решила реагировать на некоторые видео экспо. Блин, я уже с какой-то попытки пытаюсь это сделать, но ни хрена не получается. Извиняюсь, у меня действительно ничего не. И посмотрим на то, что недели и даже 2 недели назад сделал вот этот маленький ремикс. Я знаю, лучше меня или нет. Угу. Так. До сюда уже лучше. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин. Эх. Извини, но наполовину просто реагировал. Блин, не знаю почему. Наверное, потому что я разобрался, как сделать эти грёбаные виниры. Господи. Картинка в тему. На экспо. А что, можно сделать такие картинки? Ты представляешь себе? Ой, извините. Я представляю вот так. Вставляешь себе. Вставляешь какого-то босса. Еще, это похоже на драку с боссом. Блин, не знаю почему. Одно из них называется Дирижедай. А на Дирижей хочешь. Икс-бро, у тебя немножко голос с музыкой странный, конечно, если честно. Но честно, он странный какой-то, конечно. Вот можно было просто, хотя и составить музыку, можно получить страйк, наверное. Не рекомендую пока вставлять. Я честно забыл проверить музыку Тупин Кинга на наличие авторских прав. Через мобильное устройство. Блин. К значку этого видео. Блин. Уже чувствую себя, как будто можно нанять уже. Сейчас скажу кого. Я буду ссылка на охраняемость моего канала. То есть я куда-то ухожу, я буду ссылка охранять мой канал. Зайдет какой-то звончик, та с клавиатурой им по морде. Лучше они сюда не зайдут. Прости, Экспо, не могу на это реагировать. Застенчиво немножко. Хотя... Ладно, сделать то, что сказал скоро. Оставаться. Господи, почему я такой испуганный, интересно? Нет, я во FNAF не играл. Уже не играю. Раньше играл, сейчас не играю. Блин, я вообще четвертую часть запаялся играть, потому что графика вообще нормальная, но скример более реалистичный. Блин, по-моему, примерно так выглядел мой канал в прошлом. Ладно, пока реагировать не буду. Так, смотрим. Господи. Мне что-то подсказывает. Сейчас это мне... Вот мое видео, что было сделано. Про то, как... Наш любимый, всеми известный... Слив. Обозревает мою игру. Посмотрим, как наши гейкстеры реагируют. Твою мать, Джейк, не кричи. Если честно, извини. Даже я буду с Вика боят пальцы. Да, ну что-то сделал этого. Что-то не сделал типа этого. Ай, у меня пальцы боят. Это я пример принял. Я почему-то руки болели. Когда я пошел в школу. Блин, сейчас опять спина. Не
знаю почему. Господи, это же ты. Ой, если перевернуть, получится отч. Похоже на отчество. О! Добавим нового спонсора. Или рекомендатора для нового видео. Шой Крандольф. Почему бы и нет? Если тебе проигнорируют то, что Джейк рекомендует, тогда вообще, тогда тех вообще застрелит. Не серьезно, почему бы и нет? Господи, что это за игра? Я вот иногда тоже складываюсь с вопросом. Типа, как ее назвать? Господи, как же эту игру назвать? Господи. Не, я серьезно не знал, как назвать. Говорю еще раз, я сделаю эту игру, потому что у меня как-то раз Mario.exe не спрошу. Поэтому я решила переделать, но своим знанием. Четкое издание. Действительно, ты же сам хотел. Господи, нет, мне эта часть уже больше не нравится. Извините, но она мне не нравится. Даже я сам бегающий, нифига не знаю, что делать. Я не понимаю, что смысл. Блин. Мои навыки гребаного монтажа. Я ставил момент не вовремя. Ни канона, ни логики, ни прыжка, на месте. Какой пипец. Ах, Джейк, ты гений. Я честно пытался на том прыжке, который ты играл пластин. Я пытался как-то сделать прыжок на месте, но нифига не получилось. Я все делал, как видел, но нифига. Даже ни канона, блин. Вот надо понимать логику. А потому что ты храбрый. Извини, что я так сделал. Вот этот вот текст. Я просто на примере эпизода, как он играет в Соника Экс. Ну, эпизод про то, как я буду играть в Соника Экс, даже без субтитров уже не актуально. Поставить точка Экс тоже не актуально. Твою мать, ну ты психанул. Я вот, блин, я думаю, сейчас сказал это к слову. Просто перепутал двоих. Набран. Джейк, какой нахрен яойчик? Ты не объяснишь, что такое грёбаный яойчик или нет? Конечно же фастинг. Но ее просто ничем не... Ничем мне потихоньку, но чуть-чуть смехишь, но немножко. Господи, ты немного на папирус похож. Только я не знаю, что раньше появилось. Undertale или моя игра? Так, погодите. Походу, помню, в октябре. Значит, Undertale появилась раньше. Действительно не тот Марио. Господи, мне эта часть еще не нравится. Как я зашел в трубу и тут меня... Рад, что ты со мной согласишься, что ты не тот Марио. Рео? Крёльт, нахрена ты меня пытаешься заткнуть? Я... Блин, я будет просто оставайся решим. Зачем ты меня заст...
что будешь молчать? Ладно, если бы я хранил золотое молчание. Тучит. Я не смогу удержаться. Блин, четкий пример. Я понял. Неужели ты смеешься над своим неудачей? У него загорел пуканчик. Джейк! Как же так? Как ты мог не узнать своего друга на видео? Ведь это же он показал обновление. Наличие обновления. Сколько памяти влезет эта игра. Потянет ли пока эту гребаную игру. Немного психанул. Никчемный. Реопольд, ты сам себя отправил. Получается, ты почему-то никчемный. Джейк, ты мне сдачи дал. Сначала заткнул Леопольда. Затем Леопольд заткнул гребаного меня. Блин, девочка. Джейк, ты хотя бы смотри его видео почаще. И ты будешь понимать, как выглядит твой друг на самом деле. Мне показалось, что я не сейчас смеяться буду. Я так знал. О, господи, бедный Соник. Надо было его освободить, чтобы он живым остался. Никогда. Ребят, ну ты серьезно, а? О, ты мне добавил какую-то идею. Получается, я сделал в игре две концовки. Но называться они будут... двумя видами или характерами в Undertale. Пацифист и геноцид. Пацифист — это хорошая концовка. Геноцид — плохая концовка. Плохая концовка, как вот тут. Без глаза мной. А пацифист — все закончится очень хорошо. Главное, тут как-то надо знать, на что нажимать. Каким же я был? Леопольд, мне кажется, ты не узнал себя. Ладно, фраза «каким же я был» может это не подтвердить. Вот это жесть. Где ты жил? Поим, я с тобой, что ли? Пульт относится ко мне приятно. Нет, он живой. Джейк, ты гребаный, серьезно? Меня убил какой-то маньяк в трубе. И ты думаешь, что он живой нахрен? Ой, я хотел сказать я. Блин, он вообще не живой. Ты посмотри сначала внимательно, вот это вот безглазого чудик. Может, ты найдешь какое наличие между безглазым чудиком и глазастым персонажем. Иду. Мне плохо, Леопольд. Да тебя таким темпом нужно нанять мою гвардию. Что-то я не вижу. Добавили бы, сказали бы тебе такое задание, как шагни. Ты бы вот примерно так вот сделал. Так, брай. Нет, я не упал, это я специально почти упал. Надеюсь, что это не шумно. Поин забыл подправить немножко. Иди, поин. Пин, что тебе надо? Блин, ты насмотрелся, доктора-работника. Так. Так, он про меня.
про мою игру сделал обзор. Хотя я честно не знаю, просил ее его сделать прохождение игры. Или он сам нашел. Но по поводу четвертой версии я его уже попросил. Теперь реакция Марисы. Блин, зачем я нашел? Я хотел показать кое-что. Хотя, блин, я наткнулся на гифочку. Так. Создавал. Ох, в чем-то... Вот что-то мне подсказывает, что все это время Мариса следила за собой. Ой, за мной. Блин, Мариса... Еще наши сегодня, которые нужно нанять тебя. Рейму не знаю, может она отлично подходит. Тебе нужно нанять. Блин, забыл кого? Ну ладно, я забыл людей, я может скажу. В этом видео буду я мориться. Я сначала думал, что это какая-то немецкая девочка. Только потому, что я выкладывал в это. Извиняюсь. Господи, неужели я на блондинка? Почему не такой колпачок? Слушайте, почему? Потому что его сон болит. Ага. Теперь я знаю твое настоящее имя. Осталось узнать только твою фамилию. Но я не буду называть тебя как настоящим именем. Потому что не хочу раскрывать кому-то секрет. Тем, кто подписался на тебя. Которого создавал. Все. Ответок. Пика-пика. Ого. Поменяла аватарку явно. Была аватарка. Рядом с игрушкой Пикачу сейчас поменялось нахрен знает кого. Надеюсь, вам понравится. Поехали. Блин, опять этот мальчик. Стоп, погоди. Мариса. Неужели ты не первый раз реагировал на него? Блин. Мне лень заряжать. Где Чири? Стоп. Мне показалось, и она произнесла не моего персонажа с маленькой буквы. И так сойдет. Магия! Хочется сказать, что ты упорот. Блин, вот какой? Я или этот сриковец? Который я уже обновил руки. В принципе, с такой же кожей, как и моего персонажа. Блин. Сначала он назывался как Чири де Пламбер. С ним решил назвать его как я. Господи, странно. Что так лагает, ё-моё? А ну-ка. Ну что дальше? Что? Она тоже... А честно, нет, она не произносит. Не знаю, что она сказала. Засмеялась или что-то сказала? Судя по всему, засмеялась. Машинка с надписью Колин. А, все, понятно, она засмеялась. Еще один. Спасибо. Что я хотел сказать? Мариса. Я бы цирк не клонировал себя. Просто кто-то про него делает видео. Вот он так и мучается.
Блин, я наконец-то понял, что играл музыка из Undertale. Что немного быстро. Блин, мне уже это что-то напомнило. Интересно. Ответил Дит. Что за фигня? Блин! Всё, блин! Всё! Спалились нахрен! Всё, я спалился нахрен! Теперь вы знаете. В честь кого я назвал так свой канал, блин? Да, минута молчания меня. Мораль, твою мать, ну как мой любимый персонаж мог свалиться? Теперь понятно, в честь кого я назвал свой канал. Честно, я не помню сначала, что-то вспомнил, но как бы сохранил в секрете. Чтобы вам не рассказать. Но мой любимый персонаж спалился. То есть, получается, он меня вместе спалил, вместе взятых. Каких нахрен ароматов, наркоман? А! Блин. Свежую, ой, блин, уже в слоне, нажав на кнопку на свежую строку. О, неплохо для Фалы. Как раз таки, когда он убьет Аскору уже много раз, если... Он задолбал меня. Это просто включи ему эту песню. И он больше не будет убивать. Может быть. Блин, не зря я это придумал. Не зря я придумал не с Валой. Надо, чтобы он не воск. И на эту я имел в виду музыку. Я промотал. Нет, не промотал, это, по-моему, скорее. Боже мой, это лагать. Блин. Мой скрин рекорд практически ленивее, чем я. Только скрин рекорд такой же ленивый, как Сенс. Давай, жду СМИ. О, уже немного меньше, но все равно громко почему-то. Только не сильно громко. О, господи. Я что-то заметил. Блин. Тут сразу хромакей немного странный был. Честно, смена кадра была странной. Действительно, хей. Похоже, Марисе непонятно, видео ли это или на самом деле. Вери Пакихат. Ага, понятно, почему я тебя хотел нанять. Так. Теперь. Ага. Вот какое твое лицо. Я, конечно, без записи реагирую. Но все же. Так. Ага. С тем. Он выкладывал видео про Майнкрафт. Я не помню, когда начал играть. Если честно. Так. Теперь. Специя, чертова акция. Ой, я хотел сказать, специя, чертова, а я, реакция. Блин, а получилось акция.
блин. Посмотрим пока еще раз на проект Потёмкина. И... блин. Нет. Надо сначала того, кто укладывал некоторые видео про Потёмкина. А, забыл сказать в предыдущем реакции про Потёмкина, что... что это про Undertale был. И я говорил, но не помню как-то. Уже у него 50 подписчиков. Сам, когда я подписался, у него 49. Хотя я его 50-м. Если что-то не так. Пропажа Гастера. А ну-ка. А, забыл, что в некоторых видео до сих пор маты не вырезали. Блин, Гаст. Реагирую. Может, там самому быстро. Код у Гастера упал. Но, впрочем, Гастер через что-то споткнулся. И... нафиг! Ну блин, а? Ну ты серьезно? Да... просто до конца. Не делайся так. О, наконец-то. Засосада такая. Сейчас почему как в виде комиксов? Там вообще оригинал почему-то лицо фау немного было темное, как будто не стал. Господи. Блин, извиняюсь, там почему-то в конце. Ну, повторяюсь, я его не произносил. Это просто... господи, не смотри на меня так. Не буду я отдавать тебе души. Посоветуйся с... блин. С Соником Эксом. Вот. Надеюсь, он точно уйдет от меня. Господи. Соп, не понял. У Фауи опять ножки, как у Метатона. Ох ты ж и наглый цветочек. Стырил он. Сыр вообще. Так. Блин, сплагиатил одно видео почему-то. Блин. Это все, блин. Так, сначала вот тут вот. Since Russian. Когда Митя хочет выпить колу, брови. А, Метатон? Интересно. Зачем? Дорогой, давай тебе брови выщипаем. Фу! Метатон! Ты хотя бы хоть раз смотрел на сенсор? Я не... блин. Что такое? Он как-то в темноте, у меня почему-то зарядка полированная, более фигня какая-то. Я взял уже не 5%, иначе бы я обрёл. Это снимать. Офигеть, смешное яйцо почему-то у Метатона. Такое сидение, он стырил у человека череп. Арчила, это свои кончились. Ой. Ну, давай тебе ноги выдернем. Ой, Криштиану Роналду, он выщипывает брови. Сколько тащится в местном отделе? Тоже не Ален Делон, знаешь ли. Ой, ты мне еще и про возраст про свой напомнила. Хорошо. О, музыка на заднем фоне Метатона. Диссенс. Тайный. Ты обиделась, что ли? Да все. Ой, на, дергай. Не бойся. Ты что, плачешь? Ты беги, наверное. Не плохо. Мне показалось, и кубок вы. Если так, если
если это так, то неплохо КВН работает. Что, можно было шоу придумать? Шоу Undertale. Или, например, шоу Потёмкина. Шоу Потёмкина будет. Да, спортивный мир, пусть родной Потёмкина. Ой, а я вроде реагировал на это. Он только вчера реагировал. Если это так, то... Если это так, то... Перереагирую. Попробуй меня победить на этот раз. Блин, опять чешется. Хрен знает почему. Сотая сила. Теперь чешется. Господи. Яйцо попи... Всё. Я реагирую на это, по-моему. Папирусу. Господи. Интересно, онлайн рада, по-моему. Она рада, потому что папирус её зато впал. Вот. А папирус впал. Вот онлайн рада. Так, как-то Саня... А, Сенс? Почему мы нет? О, господи. А, я думаю, скример сейчас будет, потому что шипение такое. Стоп. Вопольная фабрика по изготовлению нижнего белья с лицом... Мити Тамады. Ты серьёзно? Текст поменялся. Мити Таргашева. С лицом Мити Таргашева? Блин! Там же есть еда с лицом Метатона. Господи! Вы этого тоже хотите сделать? Фу! Блин! Зашибись, блин. А ну-ка, что за смерть Санька? Вообще Сенс бессмертный. Извините, я по той пора. Это что, юмор? Юмор? Нет, это... Господи, это Спарта. Допустим. Всё. Фриска греб. Всё, сейчас вязали. О, господи. Типа, ты кто? Беги! Семечки падают, что за хрень? Блин, вы хотите всем сказать? Что семечки? Это кровь гопника? Неправда, Сенс жив. Живи, Сенс, живи. Ну-ка, не вижу. Вот, смотри. Давай же, Тори. Папирус, давай серьезно. Как-то... Ох, я рисовал в пейнте Сенса. У меня получилось почти так же, как его спрайт в битве. Что за тяжелый взгляд Торы? А, это, наверное, показано как в каком-то видео. Как в подсъемке на для туристов. Ну, хорошо, оригинал есть. Бедный Фрогит. Аж по глазам его жалко. Что за нафиг? Тори, ты серьёзно? Блин, мне почему-то её лицо нравится. Она мне больше. Если она существует, я
убить вечно. Хотя таких с ним нету. Жалко. Понял. А я думаю, Вандерстелл всегда у чужого взгляда Торы всегда черные глаза. Казалось, что они почему-то красные. Угу. Теперь понимаю, почему. Когда Торы смотрит на меня такими глазами. Блин. Черт. Неужели она влюбляется в меня? Не, ну... Жай Купринов, Брайан Мапс и Никас Вандертал. Ну, мне почему-то больше нравится. Хоть и там маты, но маты не главное. О, вот это танцор. Гамаз и Метатон, ничего не скажешь. Почему бы и нет? Комик Сенс. А, типа как? Нужен Сенс. Какого шрифта, например? А ну-ка. Я думал, это на тромбоне. Неплохо. Типа чё, танцевать нельзя? Мефис. Я иногда, когда встречаю и люблю музыку из Метатона, мне иногда тоже хочется танцевать, как Метатон. Господи, бедный Метатон. А еще по русской версии бедный Митя. Люди вообще человеки. Да блин, они помнят. По-моему, человека такого, человеки, такого слова нету. Ты серьезно, Сенс? А, которого... неплохо. Мне показалось, мат какой-то был. Блин. Как она упасть сюда попала нафиг. 107 фактов о Литл Пони. Блин. Вы уже знаете, что я гребаный брони. Все, попьюсь. А, я уже подпился, если на панфель подсюда. Пока все, в принципе. Эх. Вау. И я просто этот гребаный газ. Наверное, во всем вина газа какого-то. Посмотрел, запишу. Почему мы, ну сами знаете, на YouTube когда посмотрите, советую подписываться на Сыпки Шоу. Там иногда лайфхаки есть. Блин, это пенка топить. Ладно, всем пока-пока. Что сказать тебе? Не помнишь? Так. Чё, по-моему... Так. Я сейчас почему-то сенс стал резко. Из фриска в сенсу. Блин, а чё я хотел? Инкспо, я хотел тебя спросить. Ты вообще играешь в Андертал? Если да, то я тебе скажу несколько пасхалок. Ну, скажу такую подсказку в именах. Короче, если назвать игрока Тори, то... Господи, не выдерживаю что-то. Короче, если назвать игрока Тори, Тори тебе скажет... Я думаю, ты должен подумать над своим именем, моё дитя. Если назвать...
Аскор, не помню, что он скажет. Так, если назвать сенс, он скажет нет. Но если правда, он точно скажет нет. Если назвать игрока Папирус, хотя не полностью вырезает имя, рисует как Папиру, то Папирус скажет I allow it. Я позволю это. Блин, сейчас опять газ вылезет, нафиг. Не-не. Так, если назвать нашего героя Фриск, блин, опять газ, блин, грёбаный газ. В общем, когда мы назовем нашего героя Фриска, это одно из имен нашего героя, с которым мы играли, то он скажет. И если назвать игрока так, то ваша жизнь, это в игре, превратится в ад. Сделайте это. Если вы назовете, если вы нажмете да, вы если ты то ты перейдешь в хардкор. Только не полностью хардкор. Там хоть и некоторые фроги ты знал фроги. Ага, тебе понятно, почему я появляюсь в Final Froggy ты в коре. Если назвать игрока Кастер, то игра по каким-то причинам будет. Кстати, я кое-что слышал, что вот с Омега Фалой, если коснуться этих каких-то больших и неправильных лепестков, ну, которые закроют нас Фалой, то просто нас кинет прямо в центр, не в центр, а там где. Мы останемся в круге, и нам доказывает это. Загрузка файла. Блин, опять. Опять грёбаный газ, блин. Извиняюсь. Блин, извини, сумеречная искорка. Почему люди мёрзнут? So, having bad time. Что это такое? Это в подъёмке на Эндертауте. Твою ж мать, маты. Это про Потёмкина. Всё, спасибо. Бедная чара. Хотя так ей и надо. Моим прям рад стараться выстрашивать Russian Words. Когда Санька задолбали видеть кошмар, вот то, как Финя убивает бумагу. On days like this. Да блин, опять. On days like this. Kids like you shall be. Мне это нравится. Да блин. Грёбаный кот. Нет. Только попробуй сразу. Я тебе, блин. Сопли сжиму. Блин. Блин, что ж такое? Ладно. Что-то за спучка вообще. Что за спучка? Нет. В-спучка. Вот так вот. Я не слышу. Блин, Сан, что это за жирный мальчик?
Это просто сенс, только с ним. Походу сенс. Меня обманули. А ну-ка. А, это походу на подобие сенса. Фриск, ты уже украинский знаешь. Твою мать. Господи. Оскор, бедный. А, нет. Все. Разорвало. А. Что он скажет? Ед, танки. Ой уж мать. Я не ожидал. Хоть он не сильно громкий, но почему-то я испугался. И, по-моему, последнее. Это цветочек. Что за фигня? Почему факт? Извиняюсь за это слово. Ну, действительно, почему они тут? Что за школьники? Опять? Вы серьезно? Что, ничего не должно лагать? Блин, пришел бы я в шоу, может быть, и не лагала. Опять клёба такой. Ой, я думал, ты завибрил. Офигеть. Блин, я теперь Фауи боюсь больше. Хоть и Фауи почему-то это Азрей. Но это странно. Рейд Папирос. Ору. Проиграно. Про. И. О, господи, наказ вот. Победил. Только тики не рады, блин. Сказал маз. Господи. Что такое? Сус видео пресс. Ладно. Чё-то, по-моему, сейчас упаду спать. А выложу видео пока поздно, наверное. Ладно, всем пока. Блин, гребаный газ, нахрена ты меня записи не стал?